Первым делом греческая делегация отправилась на уже ставший знаменитым стадион Витязева. Именно здесь при проведении чемпионата мира по футболу тренировалась команда Дании. Гости из Ларисы признаются, в их городе таких стадионов нет. Суперорганизация. Я никогда и нигде не встречал такого приема и внимания. За что спасибо принимающей стороне. Спасибо за доброе отношение. У меня просто нет слов. Наш клуб получил незабываемое впечатление от этой поездки. Встречаем всегда мы на высшем уровне. И я думаю, что сегодня они не обижены, как встретили мы эту команду. Они, несмотря на то, что приехали в пятницу в 5:30 утра, через 2 часа уже были готовы ознакомиться с нашим городом. И в тот же день сыграть еще в Крымске по ливню, сыграть еще товарищеский матч. Я просто удивляюсь, какой энтузиазм у этих ребят. Они все взрослые, они не юноши и не дети. И они из 11 команд показали очень хороший результат, получив 4-е место. Обещают на следующий год уже, говорят, будем, говорят, биться за призовые места. Село Витязево настолько, по словам гостей, похоже на один из районов города Лариса, что дальнейшую экскурсию греки предложили сделать пешей. Здесь все напомнило им об их родине. И даже родная музыка, звучавшая из автомобилей. Одна из обязательных остановок возле мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий. Память о них поставили, что вот дом, окошко, он ушел с этого дома, но сюда не вернулся. Мы слышали про греков, которые живут здесь, мы знали о них, но все это как-то проходило стороной, на втором плане. А вот сейчас нам показали и рассказали о их жизни в России, и мы узнали намного больше. И мы гордимся нашими братьями, которые живут здесь. Завершилась экскурсия в храме Георгия Победоносца. Здесь спортсмены зажгли свечи в знак дружбы города Ларисы и Анапы, а настоятель храма отец Иоанн подарил делегации икону Святой Матроны. На этом сотрудничество не закончится. Сейчас решается вопрос об ответном визите анапских футболистов в Грецию. Руслан Душевский, Анапа регион.